Крымчанки со всего полуострова поборолись за титул «Мисс и миссис Жемчужина России». Визитная карточка, демонстрация таланта, выход с детьми и в купальниках, красоту, навыки и умение подать себя. Оценивают предприниматели, представители правительства и титулованные красавицы. Участвуют девушки от 15 до 36 лет. У Елены Коваленко хорошая группа поддержки. Она директор косметической компании, воспитывает дочь. Специально для конкурса посетила несколько уроков по вокалу, хотя раньше никогда не пела. Занятия собирается продолжать. Я где счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Глаза не завязаны, но я все вижу. Я всегда хотела самореализоваться. Таким способом. У меня в детстве была мечта стать актрисой или певицей, но как-то не довелось по жизни. И когда мне предложили принять участие, я решила все-таки, что пора показать себя.